бушует синее море, тихий и не всегда тихий океан. Так, вот он какой. И вот вдоль океана, сейчас я еще красивая волна, сейчас посмотрим, ну-ка давай. Бабах. Вдоль океана, друзья, сейчас я вам покажу. Вот там, вдоль океана, идет толпища русскоговорящая. Это толпища не просто так, это книголюбы. Книголюбы, их там человек 70, у них такой клуб, группа на Фейсбуке. А сегодня они у нас тут на даче собрались. Как бы тусняк такой. Так, а вот я там, кстати, двух отбившихся от стаи сейчас для вас проинтервьюирую. Значит, началось книголюбие сегодня с того, что приехали, покушали, выпили, там, ну, время не позднее, пошли гулять, это первая фаза. Вторая фаза, мы вернемся с прогулки и там дальше будем. Вот. Так. Вот книголюбы у нас тут. Здравствуйте, книголюбы. Как вам вообще с книгами, как? Ну, книги мы очень любим. Так. Вот. Именно читать. Читать и обсуждать, да. Вот, но сегодня, но главное, что у нас такая дружба образовалась благодаря. И сегодня мы, вот, так сказать, не выбрали книжку, но зато хорошо проводим время. Тут, а вы обе питерские, обе, да? Да. Обе питерские. Значит, а вот, но не мешает вам книга, допустим, с живыми людьми там дружить, общаться, так, которые не читают книг, например? Мариночка. Не мешают. Да. А нет такого, что помогает, вот начнут книги обсуждать и до мордобоя дойдет. Ну, у нас были вообще. Так, так, вот давайте. Вот несколько у нас было таких книг, которые задевали за живое. Да. Вот товарищи. И мы. Ну, нет, до мордобоя не доходило, но мы установили. Сейчас я очень извиняюсь. Да, давайте. Мы установили правила такие. Так. Вот, так сказать, что у нас есть такой переходящий вымпел. Вот, который, что если только тот, у кого он в руках, тот как бы высказывает точку зрения. Тот потому, и водит. Тот, да, тот и водит. Потому что иначе действительно. Я помню, у нас была такая книжка, мы читали, называлась она «Дурная компания». Конечно, про Гузика. Да. Так. Вот. Вот эта книжка, я помню, вызвала у нас. Так вы уже что, лет 100 собираетесь? Нет, мы ее читали где-то полтора назад. Так она вышла году 98. Ну да, просто у нас есть люди, которые там работали, так, и, так сказать, они вот, так сказать, ну, то есть было интересно. И вообще потом мы все как бы здесь эмигранты, это как бы тема эмиграции. Да. И вот это было интересно. Все, что как бы за живое берет, оно как бы. Оно вот таки доберется. Да, таки берет, да. Получается, что еще книга как повод для того, чтобы собраться и пообщаться с хорошими, интересными людьми. А важно вот рюмочку пропустить предварительно? Или можно и так тоже? А это как кому? То есть Не, ну, наверное, для кого-то важно. Именно тогда обсуждение более живым может получиться. Ну, пошли туда группу догонять, да, а то мы с вами отстали. Вот их тоже можно спросить. Мы их сейчас спросим. Ёлки, да, пошли ёлки. Так, Катюша, была, что у нас там из истории клуба? Из истории, да. Давайте покажем волну. Так, да, чего у нас? Сёрферы покажем. Да. Так, чего у нас? Значит, история такая нашего клуба. У нас, значит, мы несколько человек, три человека, которые сейчас в клубе, мы ходили на встречу с таким московским поэтом и журналистом Дмитрием Быковым. Да. Вот. Да. Так. Да. Вот. Значит, кто-то из аудитории спросил его, каких вы сейчас современных российских писателей, поэтов читаете, и вы считаете, что они там талантливые и так кроме далее. Себя. Да. Вот. Но он назвал около 30. Да вы что? Да. Но мы. То есть реально читают? Да. Но мы после где-то 10-го вообще даже таких имен, скажу своему, не слышали. Типа там Чехов. Ну, да, почти. Да. Современно. Современно, да, современно. Вот, и мы, нам стало очень стыдно, что мы вот так вот оторвались. И мы решили, такое, чтобы, понимаете, мотивировать друг друга, читать, вот, и обсуждать. Потому что вроде как стыдно, если ты
не прочитал. Пришел на заседание, не прочитал. Такие случаи бывают, и нередко, да. Одна книжка была вообще замечательная, которую почти никто не прочитал. А, да? Это какая? Это был... Я тогда первый раз была, когда мы в Санкт-Петербурге собирались. Ой, да-да-да, я помню, она была очень такая скучная. В общем, короче говоря, мы вот стали собираться. Вот, выбираем мы книжку голосованием. Значит, у нас много всегда предложений. То есть не читавшие голосуют? Да, голосуют в основном. Но кто предлагает, обычно они имеют хоть какое-то представление. Вот. Значит, и после этого, значит, мы встречаемся в домах людей. Сейчас у нас уже 73 человека. Вот у нас Лена в кадре. Лена у нас училась когда-то давным-давно. Может быть, не давным-давно. Когда? Ой, давно-давно, мама. 100 лет назад. В общем, когда-то училась и даже вот продолжает там иной раз тестировать. Лен, ваш опыт с этим клубом? Вот, исключительно позитивным. А что это все? Оно ориентировано... У нас сначала решено было делать это раз в месяц. Сейчас получается чуть реже, чем раз в месяц. Но мы и фильмы смотрим, и какие-то другие у нас обсуждения. Но вы не смотрите вместе, вы обсуждаете. Нет, мы смотрим вместе, а потом обсуждаем. Понял. У нас формат такой. Это удобно, такой. Это не нужно заранее готовиться. Конечно. Но кто-то хочет, пожалуйста, смотреть вместе. Но и самое интересное обсуждение. То есть мы встречаемся, обсуждаем там сперва про нашу совместную жизнь и обстановку. А потом мы смотрим, а потом обсуждаем то, зачем собрались. А потом всегда, абсолютно всегда уходит куда-то в сторону. И независимо от того, хорошая книжка, понравилась, не понравилась, мы всегда находим, о чем интересно подискутировать. Ну, то есть, на самом деле, такой тусняк, как бы, такой. Да, но очень информативный. Хорошо. И интересный вот этот обмен мнениями, не всегда обязательно относительно книжки, но вот книжка нас очень часто уводит и в психологию, и в историю. Вы сами родом из Киева, да? Я из Киева. Вот смотрите, вы из Киева, я из Москвы. А нет такого ощущения, что там, например, питерские, что они там начинают забивать там культурой какой-то? У нас никто никого не забивает. У нас очень толерантная группа. Я подтверждаю. Так. Да, и у нас очень усиливает говорить, да. Поэтому пока добьешься словом, нам пришлось ввести правила. У нас есть колокольчик, чтобы можно было нас утихомирить. Говорить все-таки по очереди. У нас есть специальный предмет, у кого в руках предмет, и у нас бывает такая борьба за этот предмет иной раз. Но они не эпатируют вас там по ребрикам каким-нибудь там? Нас никто не попробовали бы нас поэпатировать. Не на тех напали. Вот у нас все. Мы мирным путем. У нас часто бывает несогласие. По ребрикам? Да. Да, в буклабе часто бывает несогласие. Ярко выраженные мнения, споры. До мордобоя пока не доходило, но близко. То есть есть шанс. Не, близко не было. У нас исключительно все при помощи чувства юмора. Всегда заканчивается обнимание. Да. Кого обнимают? Друг друга. То есть уже не разбираюсь там. Да, точно. Уже там после этого количества. После трех книжек. Уже все. Мы обнимаемся уже после этого количества встреч. Мы обнимаемся прямо без встреч, при встрече. Да. Понял. То есть, если кому не хватает вот именно этого, он может заодно еще книги почитать. Абсолютно, да. Не, ну книги это по большому счету повод, а главное это общение. Да. Конечно, это как Thanksgiving. Да, нам здесь. Да. Надо, когда мы встречаем людей, с которыми нам приятно, хорошо, единомышленников, это самое главное. Ну что же, пошли вдоль берега. Да. Пошли.